Итак, в этом видео давайте посмотрим на то, как работают у нас модуляторы в реальном времени с нашими эффектами. Но для начала соберем какую-то базовую обработку. Я в этом видео займусь такими барабанами, на них будет как-то, наверное, более показательно. Давайте попробуем включить BandPass. Кстати, несмотря на то, что BandPass предназначен именно для среза каких-то частот, так как есть отдельные резонансы в точках среза, мы можем за счет них и за счет типа фильтра можно чуть наоборот даже усилить. То есть, если я хочу, например, какой-нибудь такой пинок усилить там в районе 50 Гц, я могу это сделать вот с помощью этого резонанса. И то же самое как бы вверху. Ну, допустим. Дальше давайте добавим какой-нибудь дисторшн чуть-чуть. Поставлю в Vary Drive. Он у нас вот здесь по цепочке. Дальше можно чуть-чуть, опять же, сделать усиление бочки. Можно попробовать поставить Bass Enhancer до драйва. То есть, видите, звук совсем другой. То есть у меня сперва стоит Bass Enhancer, а потом он обрабатывается драйвом. То есть так чуть больше слышна нота у этого, скажем так, энхансмента. Почему? Потому что у нас уже добавляются гармоники с помощью дисторшена, и к этим гармоникам у нас Bass Enhancer еще подмешивает низкие гармоники. Получается как такая, ну, двойная работа. А здесь у нас сперва к чистому сигналу подмешивается вот этот бас на определенной частоте, и уже потом это все прогоняется через овердрайв. То есть, опять же, здесь нет правильно или неправильно, просто что-то где-то больше подходит в одном случае и там больше подходит в другом. Ну, звук здесь довольно скомпрессированный, поэтому я не буду накладывать компрессор. Ну, хотя давайте попробуем прям, может быть, чуть-чуть, чтобы усилить транзиенты, добавлю режим Studio Fat. И давайте под конец поставим фильтр. Теперь мы можем это все, естественно, смодулировать. То есть в чем здесь основная история, когда вот в принципе вы думаете, вот что мне здесь смодулировать? Вы можете выбрать любой из параметров и просто его ручкой, точнее мышкой, рукой, можете просто туда-сюда чуть-чуть подвигать и понять, нравится ли вам звучание изменения этого параметра. То есть вот возьмем, например, фильтр. То есть вот это движение, оно может сработать неплохо для, ну, такого как движения внутри лупа статичного. То есть для этого мне понадобится LFO, потому что это у нас именно цикличное изменение. И он здесь, как правило, по умолчанию уже стоит фильтр котов, то есть цель, таджет. И вот мы видим, что около ручки котов появился вот этот вот полукруг синий, который нам говорит о том, вот, какой диапазон будет у этой модуляции. Диапазон настраивается ручкой Depth, мы можем его уменьшить. При этом центральную стартовую частоту я могу даже чуть-чуть поменьше сделать, чтобы вот этот диапазон модуляции у нас захватывал как бы из с нижних значений с верхних нужный нам диапазон. Сейчас у меня стоит рейд довольно быстрый, 1/4, но можем поставить помедленнее, например, полтакта. Может быть, даже целый такт. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально.
На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. То есть таким образом можно вот уже добавлять движение. Дальше, что мы можем сделать? Мы можем, например, усилить дисторшн на атаках. То есть я могу дисторшн сейчас сделать поменьше, включить envelope follower и поставить назначение на vary drive. То есть вот он vary drive, distortion vary drive. Таким образом, сейчас depth я увеличиваю, но не так сильно. И, соответственно, устраиваем атаку и релиз. У меня здесь атаки довольно быстрые, так это барабаны. Релиз тоже сделаем быстрый. И дальше, смотря на вот этот вот белый шарик, мы смотрим, насколько у нас по времени он работает, ну, подходящем ли нам режиме или нет. Соответственно, чем быстрее атака, тем сразу у нас усиливается эффект. И может, он, кстати, может работать в обратную сторону. То есть я могу поставить, как у нас было, 15%. Но сделать так, что именно в момент атак, то есть бочка и снейра, у нас эффект будет уменьшаться. А вот как бы между атаками, где хай-хеты звучат, у нас дисторшн будет появляться. То есть если вы, например, не хотите, чтобы бочка слишком сильно перегружалась, то можете вот такой обратный эффект делать. Ну, либо давайте все-таки сделаем увеличение. Далее, давайте попробуем еще добавить модуляцию. Включу LFO 2, можно даже, кстати, поставить heavy модуляцию. И поставим ее на mix. Ищем мод FX Mix. Так. И поставим, ну, например, не синусоиду, а ramp up. То есть у нас по рампе вверх, это как такая пила, то есть как горка вверх, у нас просто будет подниматься значение до максимума и сбрасываться обратно на стартовое положение. Depth у нас тут довольно большой стоит, а длительность здесь можем тоже поставить, например, такт, или даже давайте поставим два такта. То есть в течение двух тактов у нас будет эффект появляться, а потом будет исчезать. То есть очень классно в таком режиме у нас получается только в конце каждого второго такта, где как раз какие-то микробрейки, микросбивки, у нас появляется этот эффект, и таким образом он как бы усиливает режим вот этих сбивок. То есть вот опять же случайно получилось вот с помощью ramp up, то есть у нас все время как бы эффект как будто не работает, и только под самый конец он появляется. Но если я здесь просто поставлю любой другой режим, например, square, это у нас будет просто полтакта включен эффект, полтакта выключен. То есть, опять же, представляя, как это, ну, у вас в голове, как это будет все работать, вы можете здесь варьировать значение. Но можно также поставить рандом, например, glide или hold. И у вас каждая вот эта длительность, каждые два такта будет меняться положение. Но это, конечно, слишком долго, поэтому давайте ускорим.
То есть, опять же, в синхроне 1/8, на каждую восьмую будет появляться разная степень эффекта, что тоже может сделать более интересное звучание этого лупа. При этом вы можете ограничить диапазон, не обязательно так на максимум делать подмешивание, может даже чуть-чуть. Давайте вернем все-таки, как оно было. Поставлю здесь ramp up и поставим на 2 такта. И у нас остался последний модулятор, который XY Pad, который мы можем, например, назначить на band pass low cutoff по оси X, то есть когда я буду шарик сдвигать по оси X, у нас будет меняться вот это вот положение ручки. Я могу здесь настроить насколько. Ну, давайте, например, так. Здесь это не отображается как-то визуально, но представьте, что вот этот слайдер просто двигается вместе с вот этим движением по оси X. Ось X у нас горизонтальная, ось Y у нас вертикальная. То есть таким образом у нас как бы дополнительный фильтр низких частот появился вместе с работой этого фильтра. Дальше, что можно сделать? Можно усилить, например, по оси Y резонанс вот этого нашего фильтра. То есть берем фильтр, резонанс, и тоже его усиливаем в положительную сторону. То есть как только я поднимаю шарик, вот здесь это уже видно, то есть у нас он, резонанс увеличивается. Таким образом, у меня появляется уже такой комплексный фильтр. Он, с одной стороны, и срезает низкие частоты, и в то же время усиливает резонанс у наших как бы срезов верхних частот. Дальше, что мы еще можем добавить? Мы можем добавить, что тут у нас возможности назначения на 2 модулятора. Мы можем, например, увеличить рейд. И вот на ось Y мы можем назначить modify x-rate, но в отрицательную сторону. То есть, когда у нас вот здесь положение вот этого нашего XY пэда, то у нас эффект максимальный. То есть скорость модуляции вот этой, которая появляется под конец у нас вот этого нашего лупа, точнее, под конец каждых 2 тактов, у нас она прям на очень большую скорость. Слышно, наверное, такое немножко бульканье специально сделал, чтобы было понятно. Ну и давайте добавим, например, по оси X еще distortion, чтобы у нас добавлялся, допустим, битcrusher. Добавим битcrusher. Тоже в позитивную зону положительную. И, соответственно, когда я изменяю по оси X, у меня еще будет, помимо фильтра, еще увеличиваться битcrusher эффект. Ну, а дальше всегда можно на дорожке включить автоматизацию. Режим, например, Latch. Здесь вот включаем Latch. И я могу при воспроизведении менять вот это положение XY Pad. И таким образом у нас прописывается вот здесь автоматизация для этих 2 параметров, то есть для оси X и для оси Y. И вот, соответственно, у нас можем вот эти 4 любых параметра с любой модуляцией, с любым расположением, вот с помощью одной крутилки, скажем так, одного слайдера менять в реальном времени.
что ж, вот такой вот эффект. Я думаю, что в целом его возможности понятны. То есть еще раз напомню, что вы можете менять положение. Вот, кстати, мы можем прям модуляционный эффект поставить перед драйвом. Давайте выберем часть, где у меня нет модуляции. Ну, то есть, опять же, меняется характер звучания. Могу даже компрессор с самого начала поставить. И, кстати, у нас здесь есть еще Band Reject, который у нас в самом конце стоит. Как я уже говорил, что можем вернуть исходный звук. Исходный звук нашего лупа. И к нему, после него, например, поставить Saturation, который у нас здесь стоит. То есть у нас Band Reject, Saturation. И все вместе у нас еще будет проходить через эту секцию. Последнюю, как бы, Distortion. Ну, либо мы можем чистый сигнал барабанов подмешать уже в конце, в самом. То есть, как вы видите, возможности не ограничены, как я уже сказал, все чисто упирается в вашу фантазию, ну и в чувство, скажем так, меры, в чувство вкуса, то, насколько вы там лучше делаете или хуже. Потому что, еще раз говорю, с этим можно, конечно, долго экспериментировать, но главное помнить в голове, что вы хотите конкретно сделать. Понятно, что есть в аранжировке какие-то звуки, у которых нет какой-то конкретной цели, но за счет нее можно как-то этот звук сделать более интересным. И как раз FATFX вам здесь очень поможет, потому что здесь, в принципе, все возможные функции, и фильтры, и дисторшены, и модуляция, и сатурация, все есть. И используя это в грамотном, скажем так, в грамотных пропорциях, еще и модулируя по времени, то есть используя простые модуляторы, такие как LFO и Amp Envelope, и еще используя свой собственный модулятор, там, прописывая законы свои, вы можете вот любой самый скучный звук реально сделать интересным, потому что, ну, все для этого здесь, в этом плагине есть. Поэтому, на самом деле, плагин очень классный, и я рекомендую с ним прям поэкспериментировать на практике. Ну, а в следующем видео давайте познакомимся уже с интерфейсом второго плагина StepFX.